Политиков познакомили со стройкой века. Фотовыставка «Русская Арктика» открылась в здании правительства Челябинской области. На снимках запечатлен масштабный проект строительства в Заполярье завода по производству сжиженного газа. Егор Хвисюк покажет головокружительные кадры и расскажет, сколько на этой стройке заработают южноуральские предприятия. Конструкция на фото больше похожа на многоэтажный дом, но это буровая установка «Арктика», разработана специально для работы в условиях крайнего севера и Заполярья. Рядом изображение огромного резервуара. Он предназначен для хранения природного сжиженного газа. Все эти фото – часть одной экспозиции. Она рассказывает о масштабном проекте, который уже сейчас называют «Стройкой века». Это огромный завод по производству сжиженного природного газа. Выставка разместилась в здании правительства области, так что ее зрители – персоны региона, политики и бизнесмены. Я не только, смотря на фотографии, чувствую и ощущаю, да, грандиозность этого проекта. Я много почитал про него, много информации сегодня выложено в СМИ, в интернете. Ну, конечно, это впечатляет. Фотовыставка «Русская Арктика» в Челябинске организована компанией «Новатек Челябинск». На экспозиции представлены лучшие снимки российских и зарубежных фотокорреспондентов со строительной площадки проекта «Ямал-СПГ». Производить сжиженный природный газ будут в Ямало-Ненецком автономном округе, близ Обской губы. Строительство проекта компания «Новатек» начала буквально с нуля. За несколько лет в Заполярье отстроили морской порт, аэропорт, поселок для персонала. И уже начали строительство самого завода. Цель этой выставки – это показать те условия, в которых добывается газ, те места, в которых происходит стройка. Это сложные географические условия, сложные климатические условия, но эти проекты строятся, и в 2017 году будет уже запущена первая очередь этого завода. Всего в создании завода участвует более 650 российских предприятий. Среди них есть и 5 южноуральских. Челябинский трубопрокатный завод, трубодеталь, завод златоустовских металлоконструкций, Копейский завод соединительные отводы, трубопроводов, а также Миасский Пожавто. Данный проект позволяет сделать загрузку и дать заказы серьезному количеству компаний в нашем регионе. Проекты такого уровня, они дают толчок и импульс развития не только там, где они создаются, но и в той цепочке смежников, как раньше это называлось, да, по всей стране. Всего южноуральские производители заработают на поставках своей продукции в проект «Ямал-СПГ» около 1,5 миллиардов рублей. Егор Хвисюк, Артем Большаков, ОТВ.